Всем привет! Сегодня поговорим об уникальном торговом предложении, как его разрабатывать, чем он отличается от оффера. И в конце я вам расскажу пару уникальных торговых предложений, которые разработал я и применял их в строительной сфере. Уникальное торговое предложение – это предложение, благодаря которому клиенты выбирают именно вас и вашу организацию, а не организацию конкурента. Проще говоря, это предложение, от которого нет смысла отказываться. Чем качественнее и лучше уникальное торговое предложение, тем больше клиентов у вас. Оффер – это ограниченное по времени действие, акция, побуждающая клиентов выбрать именно вас прямо сейчас. На практике это выглядит так. Только до 27 мая при покупке сотового телефона iPhone 6 Plus бронированное стекло, чехол, наушники, флешка и еще какая-нибудь херня абсолютно бесплатно. Так вот, это не уникальное торговое предложение, это как раз и есть оффер, потому что он у нас ограничен по времени. То есть, почему мы должны совершить покупку именно сейчас в этом магазине? Потому что акция закончится. Уникальное торговое предложение работает постоянно, у него нет ограничения по времени. Пример из жизни. Как разрабатываю уникальное торговое предложение я? Прежде чем разработать уникальное торговое предложение, я сажусь на телефон и слушаю своих клиентов. То есть, с какими проблемами они обращаются в нашу организацию. Какая боль у моих клиентов существует. Рассказываю на примере свайно-винтовых фундаментов. Самый распространенный вопрос у моих клиентов, естественно, у всех, а, наверное, не только у моих, это цена. После вопроса о цене возникают вопросы, связанные как раз вот именно с болью клиентов. В свайно-винтовых фундаментах два самых распространенных вопроса были следующие. Это как долго происходит монтаж свайно-винтового фундамента и какую гарантию вы даете на монтаж свайно-винтового фундамента после того, как вы его смонтировали. Отсюда получилось уникальное торговое предложение и звучит оно следующим образом. Монтируем свайно-винтовые фундаменты в городе Кирове Кировской области с пожизненной гарантией за один день. Звоните по телефону 26 74 50. Это один пример. Второй пример. На утеплении домов утеплителем эковатой. Однажды на съемках видео с генеральным директором, собственником завода по производству этого утеплителя, мы, пообщавшись с клиентами, услышали один и тот же вопрос со стороны клиентов. А будет ли тепло после утепления дома именно вашим материалом? И мы совместно с ним пришли к выводу, что нам нет смысла заниматься данным направлением бизнеса, если мы не сможем давать людям гарантию. И получилось уникальное торговое предложение. Утепляем дома утеплителем эковатой в городе Кирове и регионах. Если после утепления будет холодно, мы вернем им все деньги. Надеюсь, понятно объяснил, что такое уникальное торговое предложение, чем оно отличается от оффера и так далее. Если у вас возникнут проблемы с составлением уникального торгового предложения, вы можете всегда обратиться ко мне, пишите мне в личку, ссылки на себя я оставлю в комментариях. Если это видео было полезным, ставьте пальцы вверх, в дальнейшем выпущу еще что-нибудь подходящее. На этом на сегодня все, всем пока!